Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Cosmo от производителя Freya. Это коллекция современных припотолочных люстр. Предлагаются они в таком исполнении на 3, 4 и 6 ламп. Также есть еще они в таком исполнении на 5 и 8 ламп. Отличаются эти две модели от предыдущих тем, что рожок по всей длине у них гибкий. И еще в коллекции есть бра на одну лампу. У меня модель та, которая с жестким рожком, не гибким. Плафоны из стекла, они с хромированным зеркальным покрытием. Плюс есть на плафоне узор в виде тонких прозрачных полос по окружности. Размеры плафонов 10 см на 9. Патроны здесь Е14 из термостойкой пластмассы. А максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенный она выглядит вот так. Плафон красиво смотрится. За счет того, что прозрачно есть полоса, свет в стороны рассеивается. Основной поток, конечно же, будет именно вниз. А в целом люстра довольно неплохо освещает. Подойдет она для комнаты площадью до 15 квадратных метров, плюс-минус 1-2 квадрата. Если бы плафон был полностью хромированный, света было бы, конечно, гораздо меньше. Крепится она с помощью монтажной планки, вот этой. Диаметр ее основания 12 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.